Здравствуйте, дорогие друзья. Это к видео про дошиповку. Вот все не было времени снять. Сейчас переобуваю машину и хотел вам показать. Это дошипованные шипы. Ссылка на ролик будет в описании, где я дошиповал. Как мы видим, за сезон вообще ничего. Ну, единственное, что вот то, что они лежали, поржавели. Ничего за сезон не вылетело. Абсолютно, то есть ничего. Может, один там где-то. Все на месте. То, что я сам вручную дошиповал. Вот, одного нет, но может его и не было. А может, здесь родной стоял, что-то дырка большая. Так что смело пользуйтесь дошиповкой. Правильно выбирайте шипы по глубине. И все будет в порядке. И так можно немножко продлить жизнь резине. Всем спасибо, всем пока.